отрабатывать среднюю дистанцию. Какие есть варианты для средней дистанции, для отработки, чтобы не бояться ударов, ловить удары. Это самый простой, самый такой практичный способ, это подвязываться к противнику. То есть я беру скакалку или веревку, например, да, у кого что есть, неважно. Подвязываю себя и подвязываю напарника. Дистанция вот такая, на вытянутую руку где-то. Да, там на левую, на правую. Чтобы не было возможности убежать. Для чего это делается? Это также отлично работает в плане, как не бояться удара. Вот такие частые вопросы, да. Мы подвязались. И отсюда можем нарабатывать как защиту, так и атакующие действия, так и произвольную работу. То есть это такой хороший универсальный снаряд именно для отработки уже боевой, так сказать, чтобы убирать этот страх. То есть сейчас, например, мы работаем защитные действия. То есть он мне дает по очереди, мы, например, бьем сейчас, да, левый прямой только. Пошла работа. Раз, я сбивочку по очереди, да, он сделал уклончик. Я уклончик, он уклончик. Я принял, он сбил. Я принял, принял. Сбил, сбил. Уклон, принял. И в такой работе, то есть нам некуда, даже если сильно хочется, да, я все равно не могу. Потому что куда я не подойду, он будет за мной рядом. Я не могу уйти. То есть он бьет прямой, да, я хочу убежать, но не могу. И заставляет это, заставляет работать рядом. Все время рядом. Также можно работать боковые, например. Пошли боковые. Раз, мирочек, принял, принял, ушел, принял, принял, провалил. То есть я могу работать только корпусом. Не ногами убегать, да, а только корпусом. То есть это именно боевая отличная отработка. Когда это все получается, дальше можно работать поочередно, например. То есть мы по очереди друг другу делаем любой удар рукой. Встали, закрылись, пошла работа. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Пам, 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 пам. И вот такая работа. Мы убираем страх. Учимся работать на средней дистанции. Это самая боевая, самая опасная дистанция. И здесь ты учишься видеть удары. Когда противник выбрасывает, стараться делать какие-то действия. Не просто убегать, да, как особенно новички там, или среднего уровня бойцы. Он выставил перед собой руки и бежит назад, как бы проваливает. Это хорошо в плане работы, но ринг ограничен, пространство всегда ограничено. То есть надо уметь работать и здесь. И дальше уже это такой последний уровень, в таком режиме работают вольные бои. То есть стали не по очереди, а просто идет спарринг руками на вот такой вот дистанции. Да, произвольно друг другу набрасывают. Стали и... Все легенько навстречу. Здесь идет отработка и встречных ударов, и... Вот здесь именно ты страх этот как раз и убираешь, потому что прилетает постоянно, прилетает сильно. Но здесь опять-таки нужно сразу обуславливаться. Понятно, что дистанция средняя, и валить со всей силы, да, можно попасть, хорошо попасть. Поэтому работа идет всегда в полсилы. Также то же самое отработка ногами можно делать. Ну, соответственно, фронт-кик не ударишь, да, и, но работать там лоу-кики, мидл-кики. Если веревочку сделать немножко подлиннее, да, чтобы не было возможности опять-таки убежать, главный принцип веревки не дать возможность убегать.